Помощник государственного секретаря США Дональд Лу накануне совершил визит вежливости в Генеральное консульство Кыргызстана в городе Чикаго. Как сообщает МИД Кыргызстана, в ходе двусторонней встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американского сотрудничества в консульской сфере, в том числе вопрос увеличения сроков туристических и студенческих виз, а также трудоустройства граждан Кыргызстана в США. Также в Генеральном консульстве состоялась встреча американского дипломата с представителями кыргызской диаспоры и бизнеса в США. В ходе встречи одной из компаний была представлена презентация, направленная на выработку приемлемых форм трудоустройства граждан Кыргызстана в США.